Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас обзор форелевых удилищ от компании Colmic. Это новинка 23 года. Модель называется Colmic TMS Trout. Серия насчитывает в себе 6 удилищ разных длин и тестов от 4 метров до 4,30 с небольшим шагом и в тесте от 4 грамм до 40 грамм. Поэтому каждый под любые условия может себе подобрать нужное удилище, то есть в зависимости от дальности заброса, в общем-то, самый основной критерий, потому что в плане веса форели, соответственно, выдержит, наверное, любой вес, ну, там, то, что у нас сейчас на коммерческих водоемах плавает, вот то оно и выдержит. Многие эти удилища, не именно конкретно эту серию, а до нее предшествующие серии Prodigy, Trout, очень хорошие серии, Амбра, они брали, люди брали даже под ловлю карпа, и эти удилища показали себя просто выше всяких похвал при ловле не только форели, но и карпа. Значит, многие спрашивают, что означают вот эти номера. На каждой удочке стоит свой номер. Здесь 3, 4, 5, 6, 7, 8 у меня. Это, соответственно, означает и длину, и более высокий тест. То есть, чем номер больше, тем длиннее удочка, и тем она жестче и выше, соответственно, по тесту. Значит, карбон, уголечек здесь высокомодульный. Очень приятные, тоненькие палочки, при этом надежные. Они отличнейшие, просто распределяют нагрузку по всему бланку. Я их тестировал фактически там с полукилограммовым, с килограммовым даже пакетом прикормки подымал. То есть удочка просто изумительно работает. Но это не значит, что лифт-ап, так называемый подъем вверх, на них нужно делать. Все-таки работать нужно с подсачником для такой рыбки. Но, тем не менее, удочка прощает ошибки. Значит, дальше. Катушка-держатель. Сюда, соответственно, фирменный Colmic. Сюда, соответственно, становится катушка. Ну, мне нравится от 2000, 2000, 3000 вот такие по Шимано ставить. Ну, и подаева, по большому счету, тоже. Сам катушка-держатель облит таким резиновым, можно сказать, напылением, что вот эти лепесточки даже сами, да, бабочка сама при открывании, руки не травмируют пальцы, да, а именно очень приятно он, скажем так, закрывается с таким хорошим усилием и надежно. Значит, дальше, крайне важный момент, что очень не хватало во многих других серий, даже от других фирм-производителей, ну, с моей точки зрения, в форелевых удилищах. Это привитого хлыста. У многих был табулярный хрыст. Значит, я вот на полную длину его вам раскладываю. Вот второе колено начинается уже, колечко второго колена. Значит, здесь идет вот до сюда табуляр, а отсюда идет солидный хлыстик. То есть на этот хлыстик, как на всех фирменных удочках, идут, надеваются кольца. Да, они идут в комплекте. Тюльпанчик и 3 разгрузочных кольца. Значит, все колечки защищены вот таким пластиковым чехольчиком. Он не разрезной, он жесткий. То есть раздавить его, ну, нереально абсолютно, даже если наступить ногой. Так, вроде бы, да, еще момент. Хотел сказать, что все сказал, не все до конца сказал. Значит, удобная очень задняя гайка с резиновым уплотнителем, чтобы колено, что называется, не стучали. Хлыстик можно легко поменять, если вдруг он сломался у вас. Хлыстик меняется, выдвинули и поменяли. По запчастям пока проблем с этим нет. То есть, если вы покупаете именно в мультифише эти удилища, то мы обеспечиваем вас бесплатными запасными частями, именно бесплатными в период действия акции, если вы купили у нас и если вы подписаны на социальные сети. Обязательные условия – это YouTube, это Telegram, ВКонтакте и желательно Facebook, Instagram и Rutube. Если такие условия выполняются, хотя бы 3 соцсети вы подписаны, то в период действия акции мы вам оповещаем о действиях, конечно, об акции нашей, когда и что проходит, и вы можете
Даже если вы сами это сломали что-то, то мы вам бесплатно это предоставляем. Плюс еще у нас бессрочная гарантия на заводской брак от магазина, то есть на весь срок службы удилища. Ну, если вдруг какая-то поломка не на наше удилище произошла, то есть не на те удилища, которые вы покупаете у нас, мы также ремонтируем их и даем также бессрочную пожизненную гарантию на место ремонта. Значит, давайте, наверное, тогда приступим к измерению помля, хотя я не знаю, нужно ли это, но некоторые просят, поэтому давайте вот скажем. Значит, давайте я пока по цифрам буду говорить. Значит, циферка 3 удилища, у нас толщина помля 16,5. Циферка 4, 18, 5, тоже 18, 6, так, я проверяю на всякий случай себя тоже, 18,5, 7, 18,5 и последняя 8, 19. Так, ну, диаметр колец, наверное, не надо, здесь все проходит прекрасно, все лески. Ну, самое главное, наверное, вес. Так, вес, давайте вот начнем с трешки. Значит, трешка, это у нас будет 4-10 грамм тест и 4 метра ровно длина. Весит она 130 грамм. Следующая у нас, это 4-метровая. 6-12 тест, 4-15 длина, весит 145 грамм. Следующая пятерка. 8-15 тест, 420 грамм, 420 длина, вес 152 грамма. Следующая шестерка, тест 10-20, длина 4-25, 165 грамм. Семерочка, 15-30 тест, 4-30 длина, 170 грамм. И последняя восьмерка. 20-40 тест, самый дальнобойный, 4-30 длина, 185 грамм ее вес. Значит, сами понимаете, эти удилища могут применяться для ловли форели, карпа, на бомбарду форель можно ловить, можно ее поплавком оснащать, на поплавочную оснастку ловить, да, на креветку ту же самую, там еще как-то на пасту. Поэтому прекрасные легкие тонкие удочки, давайте их разложим, посмотрим уже строй. Итак, друзья, разложили, как всегда говорю, фактические длины, значит, у трешки 385 сантиметров, у четверки 410, это фактическая длина, пятерка 408, шестерка 416, семерка тоже 416 и восьмерка 422 сантиметра. Значит, берем трешку, начнем с младшей. Показываю вам специально поближе. Ну и дальше трясу. Вот как я держусь. Приятная палочка. Очень как такая тростиночка с хорошей амортизацией. Давайте нагружаем. Смотрите, как они все, я думаю, будут точно такие же. Видите, распределение нагрузки какая. Фактическая хирабуна, но, конечно, не настолько сопливая. Да, все-таки упругость тут есть. Видите, вот отлично она работает. То есть я достаточно жестко держу, кстати, вообще не жалею, да, но тем не менее она хорошо будет работать. Ну и бросать тоже. Значит, следующая четверка у нас. Значит, еще раз повторюсь, 4,15, 6,12 тест у четверки. И у трешки была 4 метра, 4,10 тест. Значит, в руках у нас 4,15. Или четверка. Так, нагружаем.
Ну, вот видите, то же самое. Такая хорошая, приятная парабола. Так, следующая пятерочка. Так, у пятерочки у нас 4,20, ну, заявленная длина, да, 8,15 тест. Ну, легкая, легкая абсолютно. Нагружаем. Пожалуйста. Все идентичны, просто отличаются длиной немного, да, и тестом. Ну, она пожестче, конечно, то есть хорошо будет пулять бомбарды. Значит, 10-20, 4-25 – это моя вот оптимальная палочка, которой я сам ловлю форель. Бомбарды 10, 12, 15 грамм я применяю, и очень редко 20. Ну, вот она такая упругая, с моей точки зрения, да, начинает уже хорошо вгружаться именно на бомбардах при замахе, там где-то 10-15 грамм, она прям вот их пуляет просто. Давайте нагружаем. Ну вот я жестко сейчас вторую руку подключу. Вот. Ага. Ну, сами понимаете, и карп, и форель будет хорошо амортизировать. Значит, семерка тоже очень популярная. 15-30 тест, 4-30 длина. Карп, форель. Она уже чуть-чуть, видите, в строй уже немножко она пожестче. Уже такая очень хорошо прогружается в броске. То есть одна из самых востребованных тоже. Нагружаем. Видите, уже приходится ее даже мне вторую руку включать, чтобы прогибать. Но все равно амортизация шикарнейшая просто. И, соответственно, рывки рыба гасит и бросает. Ну и последняя восьмерка. 20-40 тест, 4-30 длина. Ну, палка еще более жесткая, упругая. Такая, можно сказать, немного силовая даже. С максимальным тестом нагружаем. Ну, видите, да, строй точно такой же, просто мощнее по тесту палочка. Угу. Итак, господа, все увидели, прекраснейший строй. Ну, как всегда, в конце вот такой чехольчик к ним идет. Ну, недорогой, дешевенький чехольчик из дышащего материала, можно сказать. Хлопок здесь есть, и плюс синтетика. Просто завязочки, ну и как бы цвета чехлов в стиле Колмик сегодняшних. Но модели 23-го года, голубой с оранжевым. Ну, действительно, какие цвета такие приятненькие, очень праздничные, можно сказать. Значит, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал, на Telegram, на ВКонтакте группу, крайне желательно Instagram, Рутюб и Facebook. Подписывайтесь, покупайте в Мульчифиш. И всего вам доброго и до новых встреч.